Нет. Да. Знаешь почему? Школа пора уже. Некая школа. Школа, школа. Поедем в школу? Вера, мы в Мексику едем. Одевайся, в Мексику едем. Вера. Ты купаться хочешь в Мексике? Ты не хочешь купаться? Я спать хочу. Точно? Точно? Не поедешь в Мексику? Там самолет, самолет. Ну все, одевайся тогда, там чемоданы готовы уже. Да, правда. Крис, правда, ты как думаешь, папа, тебя слушает, что ли? Встаешь? О, ну я контузил. Ты контуженная? Не придуривайся, ты уже не спишь. Верка, этот вещь, знаешь, кто не был. Еще один настройка. Садик, садик, Лёня, встаём. Папа, отвезёт тебя в садик? Садик, поедем? Садик. Мама, садик. Мама, ну ладно, в садик не пойдем, пошли в Мексику. Не хочется пойти в садик. Ладно. Не хочется. А в Мексику, хочется? А в Мексику хочется? Да. Поехали в Мексику, ты собирайся. Сына, поехали в Мексику. Ты купаться хочешь? В бассейне плавать будешь? Пошли в бассейне плавать, быстро. Сына, я стоит приезжает, надо уезжать. Мы уезжаем, улетаем на самолет, пошли на самолет, опаздываем. Че, нет? Останешься дома? Пошли быстро одеваться, а то самолет уедет. В Мексику едем? Не шучу, я тебе честно говорю. Вот смотри, там чемоданы собрали, пошли покажу чемоданы тебе. Ой, чемоданчик пойдешь смотреть? Пошли чемодан покажу тебе. Пошли чемодан покажу быстро, если ты не веришь. Ну, Дима, хочешь на ручке, когда у тебя чемодан? А Вера, как осталось? Вера с нами едет. Смотри, иди сюда. Смотри, иди сюда. Вера? Вера спит. Вера не хочет. Для меня первый, который решился. Ой, Сёнься. Ты видишь? Ну чё? Не хочу спать. А ты, нам аэропорт надо ехать. Ну чё? Не хочу поспать. А самолет-то улетит, сын, без нас? Ну ладно, давай, я пойду Веру подниму тогда. Ну, мы с Верой поедем. Потом без нас улетит самолет. Не доходит. Все, Верка тоже не хочет. Ну ладно, идем без Верки. Ку-ку, Веру Ивановну. Да. Ну вот мы в Мексике. Уже, конечно же, лопаем. Говорят, голодные. Оля, говорят, пусть, да? Мы еще никуда не ходили. Так кушать ходили. Все, сейчас мы пойдем вон туда. Иду специально для Ромы. Вон туда. Ай, не тряси меня. Все, мы пошли. Ну что, Веруня, нам нравится? Ну пошли, посмотрим воду. Давай. Водичку потрогаем хотя бы. Будем знать, теплая или нет. А то, может, домой надо ехать обратно. Ну давай, трогай. Я не могу. Пальчиками потрогай. Да? Сейчас можно заесть? Ну, да глубоко не надо пока эту без, Лёня без жилета. Иди потрогай просто водичку. Но мы купаться не будем без папы. Просто да, вот здесь, прямо на ступеньках постой, потом пойдем с папой. Шапки нет.
нельзя пока. И все, пошли. Нет, сегодня не до представления. Там нужно... One more time. Are you ready? Да! А мы идем сюда. Как сюда? Заходи. Who want a lollipop? Who want a chocolate? Вера, шоколадки предлагают. Ой, сдули вокруг. Пойдем. Ну давайте. А башмачки, Вань, башмачки. Давай. Ну я не знаю. Наверное, да. Ну как? Классно? Ау! На океан поедем? На пляж? На океан смотреть? Ну давайте, накатались? Мы еще на сегурах на горке, давай. Еще сюда придем потом. Ну иди еще два раза прокатись, давай, я посмотрю, где ты будешь. Леон! Леон туда пошел, Вера в другую сторону. Верка побежала. На какую горку? Поймать их невозможно, засечь. А, с той стороны покатилась. Ух, я за ними не успеваю. А, вот Ленчик побежал. Теперь мы едем на пляж. Пешком тут далековато везде ходить. Что? Муравьедиков видели каких-то. Я тоже видела быстро, но больше нету чего-то. Такие зверюшки. Вот мы подъезжаем к океанчику. Волны, я очень люблю. Дети дикие, песка не видели 100 лет. Ой, не знаю. Все разулись. Пошлите за коктейлями. Ох, какой океан. Красота. Привет, принцесса. У меня порезано, у меня дырка в платье. Мы с Верочкой уже нарядные. Кто-то так себе. А мы готовы идти гулять, искать, кушать. Это испанское платье. Испанское платье? Мы с тобой испанки? Да. Ну все, пошли гулять. Где будем кушать? Куда мы идем? В буфет идем первый раз? В диванчики? Прикольные здесь диванчики. Верунька, примерзла? Мокрыми волосами кофту даже. Красивые лампы стоят. Да, Леня? Ты посидишь, что ли? Ты считаешь, сколько стульев? Да? Много? О, красиво. Ну все, пошли кушать. Мы нашли место, где надувают вот такие прикольные шарики. Да, Леон? Ленька у нас заказал льва. Верунька заказала. Кого ты заказала, Веруня? Игуана. Игуана, посмотрим. Она заказала как... коктейль алкогольный. Но ты не говори. Вкусно. Прикольно. Куколка тоже хорошенькая была. А что там из зверёныша сегодня выбрали? Нет. Сейчас посмотрим, что получится. Готовь бабки, папа. Вот какой у нас получается там. Вау! Say thank you. Леон, покажи мне. Ух ты, какой львёночек, а? Ты доволен? Ой, котик какой, да? Сейчас Верочке сделаем игуанку. Прикольно дело. Сегодня у нас второй день. Мы уж хорошо позавтракали. Пришли на шоу чуть-чуть посмотреть. Ой, какие красавцы. Рыбки хотят. Ау!
Ты там будешь смотреть? Ну смотри там. А, ну иди сюда, вот здесь тенечек. Иди сюда, вставай сюда. Иди сюда, вставай. Вставай сюда. Вставай. Купаться мы сейчас пойдем. Смотри, сейчас будет рыбку им давать. Видишь? Я снял. Ух ты, рыбку скушал, да? Ты кислым. Вера, иди сюда. Вставай сюда, потому что там жарко. Вставай. Да, там он такой большой, да, мам? Почему там большая девочка купаться собой? Ну, они будут купаться. А, что хочу их купать? Я уже залезла, вот она, девочка вот такая. Ну, вот так. Look at the raven. Так вот можно к ним залазить. А прыгать вот нельзя, да, мам? Мам, прыгать нельзя. Можно. Нет, мы же ударим дельфина. Нет, прыгать нельзя, конечно. Ты права, мам. Видишь, нельзя. Ну, а я потом на пляж. Ну, нет, нельзя. Это ты командир? Нет. Рыбку будет им давать, прикармливать. Вот так. Пошахай, хвостиком помахал. Вот, смотри. Смотрите, какие так мешают. Прыгнуть высоко, когда не знал, до этого прыгнули. Нет, смотри, он на одежде пошел. Ну, он не в такой одежде плавать, не знаю. Чтобы не сгореть, наверное. Окей, should we go? Сейчас мы решили прокатиться до следующего отеля, который рядом с нами. Да, называется что? Тулум? Да, что? Тулум, а у нас Коба. О, приехали. Чилим. Мы сюда приехали. Да, пошлите. Пойдем. Давайте. Выходим. Тут какие-то базарчики. Ух ты, сцена какая. Здесь ночью представление. Дома очень легко уехать, долго ехать. Казино. А, вот про это она место говорила, которое ты у нее спросил. Магазинчики и казино. Да, да. Да, но мы и приехали не в отель, получается. Этот. А? Платится. О, я знаю, какой мне надо кофточку купить. Вань, такую мне кофточку купишь? А, Вань? Да. Ой, какие пультики в рекламе, да, Веронька? А, что там? Осторожно только, не разбей. Дома есть такие где-то. Ванька, классно что ли, да? Да нет, я не пойду. Ты не замерз? С какой горки ты покатишься, Леня? Давай с белой, я тебя сниму, давай. Давай. Вот так. Солнышко вышло. Где Ленька там? Так, ну, давайте быстрее пропустите Леню. Где Ленька? Ну давай быстрее, ну что, вон Ленчик, давай, Ленчик. Молодец! Ой, что-то не катится! А что? Ой! Что не катится-то? Пойдем, вон папа в большом бассейне. Пойдешь смотреть? Фонтан там, давай, а вон Вера ждет. Вера, что-то вон там какой фонтан красивый. Не знаю. Это опять Коба. Главное лобби Кобы. Мы идем со стороны вилл. Вот это главный буфет Кобы. Сейчас обед.
Посмотрим, что подают на обед. Кукулкан. Буфе принципал. Всегда при входе стоит женщина, чистит ручки мылом. Все, пойдем смотреть. Сегодня вечером мы решили попутешествовать и приехали из Кобы в Тулу. Посмотреть, какой у них здесь вечерний буфет. На ступеньку я мимо прошла. Так что получился бух. Ну, какая у них здесь лобби? Лучше, чем наша или нет? А? Нет, конечно. Ну, тоже необычно. Вон какая красивая. Ну, лобби размером почти как и наша в Кобе. Мы идем смотреть, искать буфет. Главный. Ну ладно, пойдемте дальше. Подходим мы, походу, к буфету в Тулуне. Встречает нас здесь клоун опять с шариками. Мы уже делали такие шарики. Зверюшки. Ага. Нет, это ресторан. А, да, это ресторан налево. А это буфет. Пойдем смотреть, что там дают кушать. А вот вечер в Кобе. Не передать на камере немножко красоту. Весь газон светится в таких красивых огоньках. А на улице показывают кино, уличный кинотеатр, сцена. Красиво. На все вкусы. Сегодня мы в Плая дель Кармен. На базарчике. Здесь столько магазинов, ресторанов. Сейчас мы зашли в Сигар Фактори, где сигары делают. Интересно, вот женщина сидит, крутит. Ладненько все. Тут такой запах. Красиво, Вера? Интересно? Да, кто-то здесь всего висит. Смотри, сколько здесь выявляет. Что под нами? Доченька, поп? Над нами. Над нами здесь такой потолок вообще, да. Все в листах таких. Это сигареты, сигары. Что с ним? Сейчас пройдем, посмотрим тоже, да. Сколько выбора. Монте-Кристо. Вот здесь закрыты Ромео и Джульетта. Фабрика сигарная.